В Тверской области будут поддержаны крупные инвестиционные проекты. Об этом стало известно на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. В частности, речь шла о строительстве крупнейшего логистического комплекса компании «Wildberries» в инновационно-промышленном парке «Боровлёва-3». Предполагается, что на территории комплекса будет возведен один из крупнейших логистических центров компании общей площадью порядка 150 тысяч квадратных метров. Планируется, что проект позволит создать до 7,5 тысяч рабочих мест и привлечь инвестиции в размере чуть более 11 миллиардов рублей. Проект строительства будет реализован поэтапно. Строительство в первой очереди логистического центра начнется весной 2023 года. Также на заседании были уточнены перечни земельных участков в инновационно-промышленном парке «Боровлёва-3», на которых будут реализованы инвестиционные проекты компании «Фадеска МАК», «Герс Технологи» и «Сегешская упаковка центра». Одобрено расширение предоставляемой территории на общую площадь 1,3 гектаров. Очень серьезный проект, который развивается на территории нашего региона. Хотел бы отдельно сказать, это компания «Герс», которая производит бурильное и нефтеразведывательное оборудование. Сегодня компания заменила лучшие зарубежные аналоги на нашей территории. И также это компания «Сегеша упаковка», центр, кто производит экологически чистую упаковку, и компания «Фадеска МАК». Поэтому новые рабочие места, налоги, заработная плата более высокая, уже совершенно новый, более высокий уровень развития технологий, процессов. Это все дает возможность нам говорить о наращивании экономического потенциала Тверской области.